В актовом зале городской администрации состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Российской Федерации, которое было начато с исполнения гимна страны. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы города Хасавюрт Кургули Кургулиев, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахметов, заместители главы администрации Тагир Гаджиев и Исмаил Дадаев, заместитель председателя собрания городских депутатов Мирза Магомедов, руководители и специалисты городских отделов, управлений и ведомств, а также представители общественных организаций. Для каждого россиянина Конституция стала гарантом прав, свобод, открыла простор для реализации личной инициативы, самостоятельности и творчества. Наша задача – чтить и хранить заложенные в ней общенациональные ценности, строить на их основе стабильное правовое государство. Пусть этот праздник будет символом процветающей страны, незыблемым гарантом для граждан России. Желаю вам всем. Нам всем успехов, деятельности, на благо нашей страны, нашего города, здоровья, счастья и всего самого доброго. В продолжении собрания от лица всего депутатского корпуса с поздравительной речью выступил заместитель председателя собрания депутатов Мирза Магомедов, отметив, что задачей большого государства является, чтобы все народы, населяющие страну, жили в мире и согласии. Конституция – основной закон, определяющий государственное устройство страны, гарантируя гражданам основные права и свободы. Это дает россиянам широкие возможности для реализации своего потенциала и участия в управлении делами государства. В то же время Конституция обязывает всех нас строго следовать букве закона. В продолжении собрания слово было предоставлено руководителю аппарата администрации Гаджиеву Магомедову, который подчеркнул важность и значимость Конституции в жизни горожан, а также студентке первого курса аграрно-экономического колледжа Зайнаб Сагитовой, выступившей от лица всей молодежи города, которая выразила уверенность в стремлении молодежи внести вклад в развитие своей страны. Основной закон страны утвердил права и свободы каждого, равенство независимо от национальности, происхождения, вероисповедания. В Дагестане проживает очень много национальностей, и задача большого государства, чтобы все национальности жили в мире и согласии. Желаю вам успехов в деятельности на благо нашего государства. Напомним, что 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. В этот день принято награждать выдающихся деятелей права медалями, почетными грамотами и памятными подарками. Также активно проводятся акции и мероприятия, устроенные общественными движениями. Сарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».